Сегодня у нас замечательное событие, которого мы ждали всю зиму. Это выпуск наших питомцев, двух лебедей, пару, самца и самку. Это лебеди-шипуны. Самца зовут Дуся, самку зовут Августина. Отлично. Только звуки у нас. Иди сюда. У нее инстинкт такой. И человек. Теперь не только мы, но и все посетители парка могут любоваться. В связи с этим хотелось бы обратиться к посетителям, гуляющим. Прежде всего, это господа, товарищи, друзья, давайте будем, ну не то что вежливы, не то что культурны, не то что гуманны, но просто даже хотя бы осмыслен. То есть, если у вас есть животное, если вы гуляете с собакой, ну держите ее на поводке, потому что здесь происходит их столкновение с дикими животными, которые находятся на воле. И, конечно, у нас есть прецеденты, когда наши питомцы становились жертвами вот таких выгуливающих собачек граждан. Я не против собак, я против людей, которые безответственно относятся к своим животным и к обитателям нашей природы. Это первое. Второе, теперь немножко о традициях. Дело в том, что содержание лебедей имеет глубочайшую многовековую традицию. Вот. И в нашей стране, и в мире достаточно сказать, напомнить о том, что все лебеди на реке Темзы являются исключительной собственностью короля или королевы. И уже порядка 700 лет должность смотрителя за лебедями. Это мы про Англию, да? Можно вспомнить Швейцарию, в Женеве озеро, где живут лебеди, и целая команда круглогодично присматривает и ухаживает за ними. В позапрошлом веке на даче градоначальника Лямина в Сокольниках был искусственный пруд с подогревом, и в этом пруду содержались лебеди. То есть и у нас тоже традиция такая есть. И сегодня, можно сказать, мы приобщаемся к этой традиции, потому что лебеди, которые живут на Золотом пруду, находятся под присмотром. Под присмотром сотрудников орнитария. Еще раз обращаемся к посетителям. Не надо лебедей пугать, не надо на них натравливать своих домашних животных. Ну и, конечно, про подкормку. Не надо кормить белым хлебом. Сразу они не отравятся, слава богу. Но вот ожирение и проблемы с печенью, это будет гарантировано. Не поленитесь, порубите капусту. Наши лебеди обожают капусту. Потрите морковку. Это же так полезно, так хорошо. Если вам совсем лень что-то делать, ну возьмите сухой корм для животных, для тех же собак и кошек. И все-таки там какая-то польза есть. Теперь Золотой пруд обрел, так сказать, лебедей на новый сезон. И мы очень надеемся, что этот сезон будет хороший, что вы получите удовольствие, и лебеди тоже проведут его, этот сезон, с удовольствием. До свидания.